продуктами. Спасибо. Я думаю, спасибо. И уверен, что обязательно это детишкам пригодится. Хорошо, вам. Спасибо. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Вы это все знаете, да? Мы дома сидим, такой не выходим. Мы с ним, конечно же. Евгения Платонова – мать-героиня. В ее семье воспитывается 6 детей, 4 из которых приемные. Чужих детей не бывает, уверена Евгения. Все родные, все друг друга любим, уважаем. Больше 40 волонтеров администрации промышленного внутригородского района ежедневно оказывают поддержку многодетным мамам, пожилым людям и всем тем, кому она необходима. Начали с конца марта, уже выдали больше 150 пакетов с продуктовыми запасами. В числе добродетелей, предприниматели, учителя, студенты – самые разные категории людей. Яков Резников – главный врач одной из областных больниц и депутат городской думы. Он один из волонтеров проекта. Мы организовали некие пайки, значит, для малоимущих семей, где есть самые необходимые продукты. И, безусловно, это будет поддержка достаточно серьезная таких семей. Стать одним из волонтеров можно, позвонив на горячую линию акции «Мы вместе», либо обратиться напрямую в администрацию своего района. В трудное время наш народ всегда объединялся, и это давало силы каждому из нас. В первую очередь стоит человек за этим. И отзывы есть. Люди через ТОСы, через управляющий микрорайоном, они ближе, там старшие по домам, говорят огромное человеческое спасибо тем людям, которые сегодня помогают. Списки тех, кому помощь необходима, формируют в районных администрациях, а также принимают обращения самих самарцев. Мария Левина, Сергей Баскин. События.